Четырем пожарным обожгло лица во время ликвидации возгорания в частном гараже. ЧП произошло сегодня вечером в здании, в котором находится несколько десятков боксов. А значит, масштаб происшествия даже страшно представить. В любой момент могли взорваться автомобили. На место выехало 8 пожарных машин во время тушения в одном из боксов, в котором находилась котельная. Взорвалось топливо, предназначенное для установки. В результате 4 спасателя получили травмы. Все они направлены в медицинские учреждения. Опасности для их жизни нет.